Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучения наших отцов, наших мудрецов. Перкей Авот. И сегодня мы будем учить высказывание ученика Гилеля и Шамая, Раби Йоханана бен Закая. До того, как мы начнем читать Мишну, я хочу вам сказать, что в каждом поколении встает человек, глава поколения, мудрец, который направляет, управляет, в принципе, словами Торы, которые он изучил, всем своим поколением. Потому что Творец, сказано так в Святой книге Зор, в главе Трума, смотрел в Тору и творил мир. Но как в мире раскрывается Тора? Я был на уроке великого раввина, который был главой ешивы в Офаким, рав Камиля. И он говорил, что то, как мудрецы понимают Тору, раскрывают Тору, так и живет мир, управляется мир. Раскрывание через то, что раскрывается Тора в мире. Через кого? Через самых больших мудрецов, которые изучают ее и постигают ее. Так вот, один из самых трагических периодов в истории еврейского народа. Период разрушения второго храма. Ведь после разрушения первого храма мы вернулись через 70 лет из Вавилонского изгнания, как это было предсказано пророком. А после разрушения второго храма уже прошло около 2000 лет, и мы еще не вернулись. Но тот, кто, благодаря кому сохранилась Тора в еврейском народе, вот этот человек, Раби Йоханан бен Закай. И вот восьмая Мишна второй главы. Раби Йоханан бен Закай, кибель мигилель вашамай. Раби Йоханан бен Закай получил, имеется в виду, получил Тору от Гилеля и Шамая. И странное очень выражение. Получил. Ведь мы с вами учили первую Мишну. Моше кибель Тора мисинай. Моше получил Тору с горы Синай. И передал ее Иешуа. Иешуа старейшинам старейшины передали пророкам. Пророки передали ее. Масаруа передали, но не получили людям Великого Собрания. Они сказали три вещи. Кибель, вы слышите? Моше кибель Тора мисинай. И вот вдруг выражение. Раби Йоханан бен Закай кибель мигилель шамай. И вы понимаете, что есть намек на получение Торы Моше с горы Синай. А здесь Раби Йоханан бен Закай, который получил Тору от Елея, от Елеля и Шамая. И вот он стал тем, благодаря кому сохранилась Тора даже в нашем 2000-летнем изгнании. Ведь всего наш мир, как мы учили, рассчитан на 6000 лет. 2000 лет, чтобы сохранилась Тора в изгнании за заслуги того, кто принял ее полностью. И дальше, что же он говорит? «Им ламатта Тора арбе, аль тавзик товали ацмеха, килеках но царта». И если ты учил много Торы, не считай это особенной своей заслугой, потому что ради этого ты сотворен. А дальше идет история про пять учеников, которые были у Раби Йоханана бен Закая. Но я хочу привести вам то, что приводит Талмуд в трактате Сука. То, что Талмуд говорит о Раби Йоханане бен Закай. И сказано так. 80 учеников было у Гилеля Закена. 30 из них достойны того, чтобы шхина, божественное присутствие, покоились на них, как на Моше Рабейну. Удивительная вещь. Другие 30 достойны, чтобы ради них остановилось солнце, как то, что сделал Йошуа бен Нун, как
за его заслуги остановилось солнце. Еще 20 были средние. Самый великий из них – Йонатан бен Узиэль. О нем говорит Талмуд, что когда он учил Тору, птицы, которые пролетали над его головой, обжигались огнем его Торы и падали жареные. Так это рабби Йонатан бен Узиэль. А самый молодой или самый младший из них – Рабан Йоханан бен Закай. И вот то, что дальше Талмуд продолжает и говорит о нем. Что рабби Йоханан бен Закай не оставил ни письменную Тору, ни Мишну, ни Талмуд, ни указаний и легенды, мидрашин, ни тонкости толкования Торы, ни детали раввинских постановлений, легких или трудных, имеется в виду каль вахомер, один из методов, которым изучается Тора. Учебу из параллельных мест, то есть то, что называется гзира шава. Дальше он был сведущим в расчете движения звезд, светил. Он обладал знанием гематрии, один из способов изучения Торы, числовое значение еврейских букв. Он понимал беседы ангелов и разговоры демонов. Вы понимаете, силы нечистоты. Речи пальм. Оказывается, у пальм есть речь. Только сейчас современная наука открыла, что растительный мир зафиксировали звуки. Когда подходит человек, который сорвал ветку с дерева, дерево кричит. Цветок задыхается, когда он приближается к нему такой человек, который сделал ему что-то плохое. С другой стороны, у людей, которые разговаривают с растениями, у них растения растут самым замечательным образом. Заметили современные ученые, что если ставить музыку, это помогает росту растений. Пальмы кричат. И это говорится про того, кто постиг корень всего творения. Потому что смотрел Творец в Тору и творил мир. Дальше. Басни о лисах и притчи от великого и малого. И вот рабби Йоханан бен Закай, он был наси, главой всех мудрецов еврейского народа после смерти рабби Шимона бен Гамлиэля. Это происходило за несколько лет до разрушения храма. Почему же здесь сказано, что он получил? Ведь на самом деле мы знаем, что главами еврейского народа были потомки Елеля, Рабан Гамлиэль, Рабби Шимон бен Гамлиэль и так далее. И вот здесь момент перелома, момент, когда появилась опасность, что забудется Тора в еврейском народе. И я хочу вам процитировать то, что написано в трактате Гитин. Это Агадетет из Вавилонского Талмуда о разрушении храма. Сказано, что бирьоним, как бы в современном иврите называются хулиганы, тогда это бирьоним, это ревнители как будто, то есть националисты, которые решили во что бы то ни стало воевать до последнего с римлянами. Несмотря на то, что мудрецы понимали, что это невозможно в той ситуации, какой был. Так как Иерусалим был окружен. И были три самых богатых человека в Иерусалиме, которые открыли свои кладовые. Один с зерном, один с оливковым маслом, а один с дровами. Так вот, и они могли прокормить всех жителей Иерусалима в течение 22 лет. Что сделали бирьоним? Эти, ну как найти точный перевод, очень трудно. Те, которые считали, что мощь их рук и победа над римлянами важнее, чем сохранение всех ценностей еврейского народа. И вот глава бирьоним был племянник рабби Йоханана бен Закая. И он вызвал его тайно ночью.
Потому что после того, как эти бирьоним сожгли склады с зерном, с оливковым маслом, с дровами, в Иерусалиме начался голод. И он вызвал его и спросил, что вы делаете, ведь вы губите еврейский народ. Глава бирьоним. Он сказал, я ничего не могу сделать, это наше оружие против римлян, потому что хотят заключить с ними союз, а мы будем воевать до последнего. Хорошо, если невозможно спасти весь город, дай мне совет, как хотя бы достичь частичного избавления. Дай мне совет, как я могу выйти из города. Потому что ворота города охранялись, и только мертвые могли выйти из города. И тогда этот глава Бирьоним, племянник, дает совет своему дяде, главе еврейских мудрецов. Положи возле себя какие-то испорченные овощи и скажи, что ты болен, и будут приходить тебе люди, будут слышать этот запах гниения, и они подумают, ну вот-вот скоро умрет Рабби Йоханан бен Закай. А когда этот слух распространится, пусть твои ученики сообщат, что ты умер. И пусть только твои два ученика, это те, о которых мы будем дальше в Мишне учить, Рабби Элиазар и Рабби Йошуа, вынесут тебя из города. И я буду там, и я помогу тебе выйти. И это то, что сделал Рабби Йоханан бен Закай. И действительно сообщили, что он умер, и его два ученика положили его на носилки, закутали в тахрихин, в белое покрывало, которое покрывают умершего в Израиле. И обычно в Иерусалиме не оставляют на ночь мертвеца. И вот они подошли к воротам. И те стражники, которые были там, сказали, почему дал племянник совет, чтобы несли его именно ученики. Потому что есть разница между живым и мертвым. Потому что мертвый весит тяжелее. Так вот, стражники сказали, мы проткнем сейчас, чтобы убедиться, что это действительно умер. Тогда сказал этот племянник, тогда скажут, что они убили своего рава. Тогда, в общем, он помог, и два ученика, Рабби Йошуа и Рабби Элиэзер, вынесли Рабби Йоханана бен Закая из осажденного Иерусалима. И он пошел, привели его к полководцу римлян Веспасиану, и он приветствовал его. «Приветствую тебя, владыка, император». Веспасиан ему сказал, «Тебе полагается дважды смерть. Прежде всего, потому что я не император. А во-вторых, если я владыка, то почему ты не пришел раньше?» И ответил ему Рабби Йоханан, из строчек Торы он это выучил, что Иерусалим падет в руки великого, а нет великого, но только царь. И когда они говорили, в это время приехал вестник из Рима и провозгласил ему, что Веспасиана выбрал сенат императором. И в этот момент что было? Когда пришел Рабби Йоханан говорить с Веспасианом, он как раз снял один сандалий, знаете, танахические сандалии. И он захотел снять второй сандалий и не смог. Он спросил, что происходит? Объяснил ему Рабби Йоханан тоже из слов Торы, что радость расширяет кости человека. Так он сказал, как же мне сделать? Сказал ему Рабби Йоханан, что прошел мимо тебя человек, которого ты ненавидишь, не любишь. И прошел мимо него человек, и кости уменьшилось, и он смог снять второй сандалий. Он сказал, если вы такие мудрецы, почему же ты не пришел ко мне раньше? И объяснил ему Рабби Йоханан бен Закай, что бирьоним, вот эти воители, ревнители, не давали мне прийти. Спросил его тогда Веспасиан, но ведь если есть бочка с медом, а вокруг него дракон, ну, типа змей такой, разве не разбивает бочку вместе с этим драконом? И в этот момент, сказано в Талмуде, Рабби Акива говорит, что Творец забирает понимание у мудрых. В этот момент должен был бы Рабби Йоханан бен Закай сказать, так это то, что нужно сделать, снять щипцами этого дракона и выбросить, чтобы сохранить бочку с медом. Но сказал Веспасиан Рабби Йоханан бен Закаю, так как ты мне провозгласил это, то, что я буду императором,
попроси у меня то, что ты хочешь, и я тебе не откажу. И попросил три вещи Рабби Йоханан бен Закай. И тоже Рабби Акива говорит, в этот момент он должен был бы попросить, чтобы римляне сняли осаду. А что он попросил? Он попросил врача для Рабби Цадока. Он попросил, чтобы спасли потомка царя Давида, а это ведь был Елель, Шальшелет, то есть потомка Рабби Шимона бен Гамлиэля, то есть потомка царя Давида, царский род. И третье, дай мне маленькое место, явно, и его мудрецов, дай мне сохранить Тору в еврейском народе. И это то, что он получил. Но когда увидел Веспасиан, я продолжаю вам цитировать Агадетет из Вавилонского Талмуда, из трактата Гитин. Когда он увидел кого? Рабби Цадока. Сказано, что когда Рабби Цадок, он за 40 лет до разрушения храма постился, чтобы храм не был разрушен. И сказано, что когда он постился в течение дня, а вечером что-то ел, так вот он высасывал сок из финика. Так вот сказано, что он настолько был истощен, что вот когда этот сок как бы проходил по его горлу и дальше по его желудку, это видно было. И он попросил врачей. И спросил его Веспасиан, ради этого старца ты использовал такую важную просьбу, ведь ты мог попросить что-то более важное. Сказал ему Рабби Йоханан бен Закай, если был бы еще один такой человек, как Рабби Цадок, и ты, и со всей своей огромной армией, и двойной такой армией, никогда ничего не смог бы сделать, нанести, принести вред Иерусалиму. И учит Талмуд, как лечили Рабби Цадока, как сначала вываривали несколько зернышек в горячей воде и давали ему первое пить, потом увеличивали и так далее. В конце его сын Рабби Цадока по просьбе своего отца заплатил деньги римским лекарям, что у них не было заслуг, что они спасли жизнь Рабби Цадока. Так мы понимаем еврейский взгляд. Один праведник, он защищает город. Но, видно, обвинения против еврейского народа были очень сильны и не помогли заслуги этого великого праведника. Ведь вы знаете то, что написано в Талмуде, то, что во время первого храма было идолопоклонство, разврат, пролитие крови, самые три страшные нарушения. И при всем при том, так как открылось наше нарушение, через 70 лет мы вернулись из Вавилонского плена. А во время второго храма сказано, что занимались изучением Торы, благотворительностью и так далее, и как бы не открылся грех. И вот уже около 2000 лет мы находимся в изгнании. Там Талмуд говорит, из-за напрасной ненависти между одним евреем и другим был разрушен храм. И в том же месте Талмуда говорит, объясняет Талмуд, из-за камцы и бар камцы был разрушен храм. Камца, комец – это кулак, сжатый кулак. Один назывался камца, сжатый кулак, а другой – бар камцы, сын сжатого кулака. То есть то, что человек держит для себя. И был один богатый человек в Иерусалиме, и он был у него друг бар камцы, и был у него ненавистник камца. И вот он сказал своему слуге позвать на пир, который он устроил, своего друга. А этот слуга ошибся. И он привел вместо баркамцы камцу. И вот на пиру, подумал этот недоброжелатель, хозяина пира, в Талмуде не сказано, как его звали, что хочет помириться с ним этот, и зовет его на пир. И вот он сидит на пиру, и там было множество еврейских мудрецов, и вдруг хозяин пира видит, что сидит его ненавистник, камц. И он говорит ему, что ты здесь делаешь? Он говорит, я думал, ты хочешь со мной помириться и так далее. Нет, он говорит, выходи.
прошу тебя, не позорь меня среди всех этих людей, говорит Ганц, и дай мне остаться на перу, я заплачу тебе за все то, что я съем. Нет, уходи. Хорошо, я заплачу за половину стоимости твоего пира, только не позорь меня. Нет, уходи. Я заплачу тебе все то, что ты потратил на этом перу, только не прогоняй меня, не позорь меня. И сказано, что хозяин взял его за грудки и при всех выбросил его с пира. И сказано, что сказал Камца в своем сердце: там не сидели еврейские мудрецы, никто за меня не заступился, значит, они получали наслаждение от моего позора. Пошел в Рим и донес императору, что взбунтовались евреи против Рима. Докажи мне, сказал император, пожалуйста, пошли им жертвенное животное, чтобы они могли принести его в храме. И император послал ему бычка трехлетнего, очень могучего, очень такого красивого быка. И по дороге на корабле, когда они плыли, бар Камца сделал такое, что он повредил, по одному мнению, его губу, а по другому мнению, его веко. И то, что для римлян никак не мешает, чтобы это была пригодная жертва, по еврейскому закону эта жертва непригодна. И заседали мудрецы и решали, если не принести жертву, это будет как воспринято как бунт перед римским императором. С другой стороны, если принести, скажут, можно приносить неугодные жертвы. Тогда хотели мудрецы убить этого доносчика. Был там Равскария бен Анкулас, Равскария. И он сказал, что скажет тот, кто приносит, наносит ущерб жертве, он ему полагает смерть. И сказано там, анванутоше равскария бен анкулас, вот это излишняя скромность или излишняя смиренность этого мудреца привела к тому, что был разрушен храм, и мы ушли в изгнание. Вы понимаете, как Творец лишает понимания даже больших еврейских мудрецов. И не была принесена эта жертва, и пришли римляне, и разрушили храм. Так написано в трактате Вавилонского Талмуда Гитин. Но то, что объясняют наши мудрецы, насколько важно перед Творцом отношение между человеком и человеком. Обида, оскорбление, которое было нанесено этому ничтожному человеку, который стал гонителем всего еврейского народа, доносчиком. Его незаслуженно обидели. Творец дал разрушить храм, отправить нас в изгнание, чтобы искупить эту обиду из-за напрасной ненависти. Не могли один другому прощать. Ведь все существование еврейского народа, когда был первый храм, там были явные 10 чудес. Это за заслуги наших працев было. Авраама, Ицхака, Якова. Особенно Ицхака, который все его качество – это служение Творцу без какого-то личного интереса. Полностью отказаться от своего эго и принести все Творцу. Первый храм, то второй храм, когда мы вернулись из Вавилона, уже не было всех этих явных чудес. Но что было? Объединение еврейского народа. Так объясняет мораль из Праги. Так вот, что произошло в этот момент? Раздробленность, ненависть внутри еврейского народа. Внешне мы учим Тору, мы исполняем заповеди, мы даем деньги на благотворительность. Внутри нас, каждый отдельный, тогда нет возможности, чтобы было то, что собирает нас. Ведь храм – это то, что сказано в Торе. «Ваасули мигдаш вешаханти бетухам» – «Постройте мне переносный храм, я буду находиться в вас». Из чего был построен переносный храм? Там перечисляются все те приношения, добровольные приношения, которые принесли евреи
для того, чтобы из этого построить храм. И золото, и серебро, и медь, и драгоценные камни, и драгоценные покрывала, шерсть, лен. Но главное, из чего был построен храм? Из нашего добровольного пожертвования. Из того, что мы хотели служить Творцу. Когда есть внешние действия, приносится жертва и так далее. А каждый из нас враг другому еврею. То эти заслуги, которые у нас были, когда мы построили храм в материальном мире, это храм, сделанный из камня, из драгоценных камней, из деревьев, из золота, серебра, из всего. Но над ним существует духовный храм, который сделан из нашего добровольного пожертвования. Цель. Разве Творцу нужны жертвы? Эти приносящиеся в жертву быки, бараны, птицы и так далее. Главное для Творца, чтобы мы стали храмом. Как человек из плоти, из кожи, он может стать храмом? Да. «Вешаханти бетухам». Объясняет это Рамбан в предисловии на книгу «Шмот». Когда евреи стали, вышли из Египта и стали освобожденными. Никогда они вышли, освободились от рабства, когда они прекратили служить фараону, не даже когда они прошли по морю, по суше, и даже не тогда, когда они стояли у горы Синай. А когда они построили переносный храм, и на них опустилась шхина, когда они поднялись на уровень наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, которые являлись Меркава, то есть колесница, через которую проявляется тот, кто сотворил весь мир. Вот тогда они называются Геулим. И книга Шмот, объясняет Рамбан, называется книга «Изгнание Галута в Геула» и «Освобождение». Так вот, это в нашем мире был храм, сделанный из всех этих драгоценных 13 приношений, но над ним был духовный храм, который был сделан из наших добровольных приношений, из нашего желания служить Творцу. Когда евреи раздроблены, то это является причиной разрушения храма. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А пока всего хорошего. До следующего урока.